Да, дело в том, что у меня дома и возвращаться некуда. Нету. Почему? Я, потому что я жила в селе Новокалиново. Да. Там шла война еще в 15-м году. И дом разбили, и я тогда поехала к внуку в Очеретино. И там жила в Очеретино. Потом Очеретино разбили. Поехали дальше. Куда уже? А там куда? С Медноградом. Ну, тоже попадали? Ну да, когда рядом, где нас бомбили, да. Страшно. Вчера приехали? Да, да, дети ложатся спать, говорит, я боюсь ложиться спать, потому что дети я жизнь, и оно бахает, вы представьте. Вы ночью просыпаетесь от того, что бухнуло, а вот так вот все трясет. И уже не спишь всю ночь до утра, вот так вот переживаешь. А потом спать невозможно. Да. Ну такие небольшие, вот мой дом, я жила в доме в Новокалиново. Четыре, ну, в общем, рядом для хлопцы, хлопцев там шесть человек погибло, а мой дом, и вот вы понимаете, я лежу на полу и прошу, Господи, помилуй, Господи, и четыре этих самых по четырем сторонам ударили, ну, небольшие вот эти, да. Я говорю, сейчас у меня есть, ну, кое-что одеться я брала, если Черетина так же нас сюда. Без дома остаться вообще. Как бомжи будем, ну, что это, жили бомжами. Все у нас жили, уже все, думаешь, как на старость лет уже все есть. Да.